Чуть-чуть отстаем. В Чувашии доля населения, вакцинированного от новой коронавирусной инфекции, сейчас составляет 50,9%. В то время как этот федеральный показатель почти на 2% выше. Об этом говорили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. Хорошие показатели по вакцинации населения республики от ковида все же были отмечены в Чебоксарах, Канаше, Батревском, Комсомольском, Мариинско-Посадском, Красноармейском, Красночитайском и Канашском районах. А самые низкие в городе Алатыре, Алатырском и Урмарском районах. В целом по республике прививку от ковида сделали уже более 610 тысяч граждан. В медучреждения региона поступило более 870 тысяч доз вакцины для взрослого населения и почти 4400 доз для несовершеннолетних. А в больницы наконец-то поступили специальные насадки для того, чтобы можно было вводить вакцину интраназально. По мнению медиков, это улучшит динамику вакцинации в целом. Мы буквально сегодня получили насадки для возможности введения вакцины. Насадок этих 8 тысяч количества. Мы будем новым способом через нос, очень удобно, путем распыления вводить вакцины. Соответственно, мы ожидаем более мотивированный приход граждан. Тем временем другие известные вирусы тоже не дремлют. В республике продолжается работа по вакцинации от гриппа. В рамках национального календаря профилактических прививок в Чувашию поступило 651 836 доз вакцины против гриппа для взрослого населения. Это почти на 8,5% больше по сравнению с прошлым годом. Однако этого все равно не хватает, чтобы полностью закрыть потребность жителей в вакцинации. Необходимо будет заказать еще 85 тысяч доз дополнительно, стоимостью 17 миллионов рублей. Сейчас в Чувашии от гриппа привиты чуть больше 300 тысяч человек. До 30 ноября в республику также должны поставить и вакцину против гриппа для детей.